Всем привет, друзья! С вами Женечка и Пол Вайс, то есть Павел Вайс. Что я сказал, Пол Вайс? Короче, сегодня у нас офигенный юнит, я считаю так. Купили мы его, на удивление, очень дешево, хотя он как загадка, там не видно, что внутри, он большой, 10 на 10. Купили его за $170, я уверен, что там будет что-то большое, даже небольшое, интересное. И давайте у нас с вами с подписчиками будет заруба. Если мы сделаем доход, прибыль $1000 с этого дешевого юнита, то я разыгрываю $100. Чтобы участвовать в розыгрыше, надо подписаться, написать комментарии, поставить лайк. Ключевое слово у нас будет заруба. Погнали! Такая маленькая дверь. Да, дверь маленькая, но он 10 на 10. Нифига себе. Вот это да, это было трудно. Фига себе, какой он огромный. Ой, какой прикольный столик, смотри. А я там вижу челюсти, кажется, крокодила. Чего? Там много интересного. Почему мы его так дешево взяли, я не понимаю. Смотри, какой столик. Ой, как мне он нравится. Здесь и зубы акулы. Это все сделано в это резин, пластиком залито. И ракушки, и... Так, это очень... Доллар. Это очень крутой юнит, я сразу вижу уже. Смотри, какие стулья интересные. Прикольный стул. Сразу вижу какую-то электронику интересную. И сразу, наверное, стол вытащим. О, смотри, какой столик. Классно, мы его забираем. Смотри, он маленький. Он маленький и тяжелый. Ой, классный, смотри, это настоящие ракушки здесь. Классный стол. Так, телефон пока сюда кинем. Так, здесь у нас, походу, одежда. Да, так и есть. О, колесико, колесико. Йокохама. Йокохама? Йокохама Рейсинг. Жарковато сегодня, ну ладно. Нас этим не испугаешь. Какой-то кейсик. Маленькие отверточки. Тут ключи есть. Шурупчики. Ну, в основном такое, шурупчики и все остальное. Смотрите, здесь бейсбольных бит 4. Вообще круто. Тулбаксик. Ну да, мебель есть. Ну ничего. Давай, может, там... Не, тут разбирать нечего. Тут такое. Такая мелочь. Жень? Там крокодил. О, вот это хорошая колонка. Да. Это Sony сабвуфер. Держи. Угу. Проектор. Infocus. Ничего так. JVC. Ничего, такие бывают дорогие. Но если он хороший, рабочий... Держи. Это сразу в машину. Вот это колонки. Правда, порванные парочка. Но колонок здесь много. И вот колонки. Ну, тут так. Средства для чистки. У тебя мусорный пакет есть? Пакет есть. И вот это можно мусор сразу. Опа. У нас там гитаристы играют. Соседи музыку включили. Ножик. Это пампа. Это что, это надувалка? Походу, да, что-то я зря выкинул. Но она вся липкая, смотри. Так, у них здесь одеялка и мебель. Ну там, слава богу, ничего нет. Black & Decker. Это миксер. Ого, какой фендер, смотри. M-Can, вот это хорошее. О, вот это Женьке понравится. На гитаре, помнишь, нам Тим делал? Да, а вот это, походу, и была надувалка, но там игрушки. Оба, какой этот? Лентерн. Смотри, мне кажется, это отсюда. Да, это Колмен? Ну, он не тот винтажный, который мы нашли. Ой, сколько винтажной техники здесь, смотри. Серьезно? Да. Ой, давай меняемся. Смотри, я тебе Колмен, а ты мне кодек. Фотоаппарат. Виндетта. На. Вот эти ножички, которые Жене понравились. Такие ножички обычно в кабинках держат, да? Ага. Ну, вот это машинка на пульте управления. Давайте достанем этот пакет и посмотрим. У, какая-то шкатулочка, интересно. Тут колеса. Такие запчасти от этих машинок. Не надо выкидывать, а вдруг что-то. Походу, вот это от этого. Да, он вот так был. Красивая такая вся мимо, да? Угу. Опять какой-то ключик. О. Ну, это серебряная. Ну, ложи сюда. Ой, какой сундучок, смотри.
Походу, это от чего-то, а это вот от этого. Вот так она должна быть, но ее надо потом будет приклеить. Да, мебель тут есть, но тут много интересного тоже. И многие вот эти даже не открыты. То есть не открыты, а через них не проходили. Это очень хорошо. Ух ты, RCA Victor. Ну, это по-любому винтаж. Made in USA. Это крутая вещь. Старенькая, винтажная, надо проверить. Держи. Удочки, что хорошо. Мусорка. Смотрите, какие огромные бочки монстра. Интересно, что там? А там банки от монстра. Человек банки коллекционировал. Колоночка порвана. Очень много у него спикеров. Музыку любил слушать, то есть колонок. И смотрите, какая картина с пальмами. Там что-то интересное. Да твою дивизию! Я тебя постучу! Великов сколько... Ну, не целых запчасти. Это интересно. Так, у нас Денон. Как демон звучит, да? А у нас здесь еще есть Сансиу. Как Сансиуй. А модель 2000. И Пионер. Где модель? Модели нет. Ой, шкатулочка, классно. Карандаши. Она еще вот здесь вот вытягивается, кажется. А, нет, она ложится так. Теперь поднимаю. Ох, вот это сколько краянов. Просто крутяк. На технике на старой точно отобьем весь юнит легко. Ну, вообще, $170 не так уж и трудно отбить это, да, Жень? Не, уже отбили. Дырельки старые. Карточки. И еще аппаратура. JVC DVD Digital Theater. Ух ты, прикольно. Смотри, сколько у нас техники старой. И она продается, ребят, люди покупают. Давай посмотрим, что здесь. Где? Там, в этих. А, да, давай. Мне нужен мусорный мешок. Ну, здесь монетки, но заначка. Обычно таких этих бывает, иногда можно кэш найти. Кэш, и это имеется в виду наличка. Ключ от чего-то. Угу. Дунберг. Ну, я такое здесь вижу. Ничего особенного же в этом я не вижу. Там потом мелочь заберем. Ого, а тут у него инструменты. Стэнли, Кобальт. Неплохие инструменты, кстати. Да, неплохие инструменты. Тоже пройдемся потом. Смотри, какой лайтхаус. Смотри, планшет. Ну, тут такое, электроники надо, выкидывать не надо. Банка. Ваза. Поломанный. Да, колонка. Что это? Сваровский. Да ладно. Это сваровский шандалир. Они пускают. Прикольно. А тут их несколько, Жень. Так, тут надо что-то сделать, потому что сейчас оно все попадает. Вот так. Ой, какие-то там сундучки лежат непонятные очень. В углу в самом. Что-то я чувствую, это будет хороший юнит, Жень. Угу. Он кё какой-то. Да, он любил музыкальную технику. И это тоже хорошо, потому что... О, JBL Venue Series Monitor. Сразу говорю, $50 минимум. А у нас их таких два. Еще музыкальные инструменты найти, да? Два в хорошем состоянии мониторчика. Давайте разберем здесь чуть-чуть. Мелочь. Старый телефон разбитый. Ключи. Ну так, особо ничего нет. О, а тут чемодан какой-то. Хороший юнит, сразу видно. Открывай. Тиффани лампа разбитая. И не настоящая Тиффани, скорее всего. Порезалась. Это как музыка. Да, музыка, конечно, злая. Знаете, типа Тиффани ламп. Стайл ламп. Лестница такая, кажется. Классная. Чемоданчик. Харддрайв. Рамштайн здесь у нас играет. Ну, такое. Это для этих, кажется, велосипеда. Велосипед. О, вот это я люблю, Рамштайн. Может, можно заказать музыку какую-нибудь, а? Походу, это пустой. Да, пустой. А этот? Опять карандаши. Он рисовать любил, Жень. Ой, может, он артист? А может, и артист. О, какой магнитофон старый. Эмерсон. Видеомагнитофон. Ямаха. Один я такой выкинул, потому что он был порванный. Это для Kia, для Pool, видишь эти новые? Понятно. Ну, просто открыл, надо посмотреть было. Людям показать, кровать, да, здесь есть.
моторчики всякие. О, джойстики. Куча проводов. Магнитола. Гвоздики. А внизу что? Ого, что это? Зеркальце. Давай сюда. Посмотри, это не серебро. Но очень тяжелое. Это матрас. Ну, в основном инструменты, всякие кабеля, дрели. Ну, такое, инструменты. Какой-то тут кейс. Райоби написано. Есть пила. Ну, тут зарядку не вижу ничего. А, нет, подожди, пила и фонарь. Ну, так, нормально. Если зарядки найдем, то будет классно. Не зарядки, а эти батареи. Ты что там пытаешься поднять? Чего нашла? Не знаю, что это, но что-то летающее. Это птица. Нет, это самолет. Мы не знаем, что это такое. Дрон? Не знаю. Но я говорю дрон. Нет, это птица. Значит, дрон. Я дрон нашла. Паша, смотри, я дрон нашла. Да, неплохо. Может быть, вот тот джойстик и был от него? Может быть. Вот здесь он заряжается. Да, неплохо. И даже камера есть маленькая. Если я то опущу, она упадет, Паша. Так ты не отпускай. А что там? Там банки. Прикольная колонка. Да, там банки, она легкая. Ну, вот это все запроводили, постоянно спрашивают про вот эти штуки. Да? Пистолетик. О, GVC вот это от этого. Их тут две. Да, вот вторая GVC какая-то, да? Да, они неплохо продаются вот такие. Вот $150 стоит, это вон те мороженые парлоры, металлические такие стульчики, и должен быть где-то, значит, здесь столик, а не стульчики. Ага. Почему? Потому что я уже такой продавала. Ух ты, молодец. Смотрите, сколько великов. Банки от монстра. Смотрите, сколько банок от монстра. Целое ведро. Даже не ведро, а бочка. Там еще одна такая есть. Вот, мне интересно, что такое. Это принтер? Да, большой принтер. Чтобы мы взяли ребенок и не нашли принтер. Ну да. А неплохой принтер HP. Такой старенький, но неплохой. $50 здесь. Я хочу посмотреть, что здесь. Да тут этой винтажной техники. Просто. О, Эксплод. Sony. Продаются. Старые усилки, кстати, совсем не знал. Недавно узнал, что они в цене почему-то. А тут какой-то мотор, походу, маленький. Непонятный. Смотри, GameCube. Приставка. Прикольно. Приставки всегда нас радуют. Сколько же у него колонок, Жень. Смотри, сколько внизу еще колонка. Какая-то странная очень. Это рама. Это рама. А вот тут это... что? Непонятно, какая-то коробка огромная. Я в той коробке рвусь. Это рама от велика стоит, это на этой, это на приставке, кажется. А, да, это вот это Xbox. Колесо от этой с мотором. Это очень классно. На Xbox спасти хочу. Да, Xbox 360. Надо спасать. Они до сих пор за $100 продаются. Верите, нет? Это правда. Это елка. Это елка? Это елка. Давайте глянем, что здесь. Одежду сразу выбросим. Молоток. Не мочаки, нунчаки же не нашла. Эх, сломанная пантера. У нее здесь вот этот был. Видите, у нее вот так. Ну, опять поломанная. Смотри, какие стулья. Угу. Ты говоришь, они стоят? Да. Смотри, какие стулья. Не знаю, сколько такое. Жень говорит, $150. А тут? Кухонные барбекю. Я тебе постучу. Ну, тут колонок реально много. О. Жень. Да. Мари. Что это? Не знаю. Хотел, чтобы ты посмотрела. Что-то стеклянное, подожди. Вот это пантера. Это круто. Я еще часики нашел. Давай. А это что за часы верну. Такие? Поломанные, да, уже? Камрон. Одно колесико поломанное, очень. Да? Да, одно. Но оно закручивается. То есть восстановить можно. Опять колесики тут всякие. Найки ботинки и всякая всячина. Ого, это акулии челюсти, Жень. Так, вот я и думала, по зубам как-то не крокодили. Настоящие? Настоящие. Да, она поломанная, да? Ну да, немножко жесть. Это акула? Какая-то улыбающаяся акула такая. Она кверх ногами, вот так. Нет, вот так. Ну, она так не улыбается, вот так лучше. Тебе так больше нравится? А тут-то сколько всего. Тут каждый ящик, Жень, забит. То есть он уезжал... быстро, или не он уезжал, а просто его вывезли, потому что ничего не убрали с ящиков. Видишь, телефонов полно. Правда, поломаны. Колонка.
О, смотри-ка, Боус. Дырявый Боус. Жаль. Ставь его туда подальше, в угол. А здесь какой-то мотор. Потому что вон, смотри, вот то колесо, которое первое мы нашли, вон целый карт какой-то там стоит маленький. Большой такой? Какой-то картинг, действительно. А это тоже какой-то большой сабвуфер. И тут GVC. Ну, это вот эта вся система, которая с длинными этими колонками, где они, вот. И вот. Она идет еще с огромным сабвуфером. Да, любил человек громкую музыку, это факт. Пока сюда. Мы завтра с траком приедем. Ну, для вас это будет через пару минут. Для нас завтра. Тут нет никаких серебряных вещей. А это, скорее всего, весы. И опять колонки. Кстати, неплохие колонки. JBL. JBL очень классная фирма. Я хочу посмотреть, что здесь. Очень много колесиков разных. Он увлекался этим... машинками, он их или билдал, или что. Они все попадали. Смотри, какой кейс от джойстика. А джойстик мы нашли в той этой. И там марбл какие-то непонятные. Это пинбол. Понятно. Кубики-рубики. Да, лаптоп. Ребят, даже если мы ничего шикарного не найдем, хотя мы уже нашли, то $170 вообще не трудно отбить и не жалко потерять. Вот еще один лаптоп. Лаптоп-ноутбук. В Америке называют лаптоп. В России ноутбук. Вот джойстики. Ну, я что-то думаю, что мы еще найдем интересное. Что нашла? 1, 2, 3 рам, да? Мангус, это синяя и вон там вон, швин. Шуин. Да тут непонятно вообще сколько всего. Shimano Equipped. Там и смотрела? Нет, вообще. Мне нужен пакет с мусором, чтобы я сразу выкидывал. Ой. Мусор, котик. Не выиграл. А почему держит старые щита? А вот нормальное количество щитов. Не то, что вот в том Unity, помнишь? Угу. Ну, это инструкция. Такие наушники допотопные. Sony. Зато Sony. Пульты. Наркотики. Золото? Не знаю. Здесь джойстик от Xbox. Много бумаги. Кодек. Человек любил кодек. Смотри, The Weather Channel thing. Женя любит Weather Channel. Телефончики всякие. Это навигация, наверное. Серебро. Где? Да? Mm-hmm. Так, здесь больше ничего нет. Ого, сколько он батареек хранил. Тут тоже ничего. Так, вот тут так он наставил. Сейчас все велосипеды полетят. А я даже не думал, что они полетят, смотри. Знаешь, как этот мем? Саня, не надо. Я еще говорил, он не полетит, тут уж. Весы? Я был прав. И смотри, какой сабвуфер. Вот здесь панельки, да, нет? А где она была? Может, упала сзади, назад, туда. Надо вынести. А я не смогу вынести. Она шире. Примешь? Нормально? Не тяжело? Вот это великов он тут натолкал. Разобранных. И даже что-то похожее на картинг. Посмотрим. Где? Там ничего нет, я смотрел. Как? А вот это что такое? Ну, мишура всякая. Удочек-то сколько. Ну, там еще один сабвуфер. Ее ничего не держит? Вроде нет. Смотри. Для льда. А это кухонная, Жень. Все? Ну да. Вы еще туда залезу. Куда? На то посмотреть? Ага. Давай. Давай я тебе помогу. Не, надо еще. Ой, это палатка, это не удочки. А, да. Я говорил, там много удочек. А в рюкзаке что? А это пустая коробка. Пустые? Да. Опять какие-то колесики, какие-то машинки. Паша, все, падает. Все, падает. Мне рюкзак нужен назад. А, рюкзак нужен назад. А, это просто пьедестал такой. Он не открывается, ничего. Вот это палатка. Да, на тебе рюкзак ты хотела. А в этих ничего нет, да, в шкафчиках?
А ты вон в том смотрела? Что-то Dark Blue 250 per case. Там какой-то товар. О, это от второй длинный вон твой. Тут, походу, кухонная, а вот тут непонятно что. Какая-то одежда, но мягкая что-то. Какая-то кухонная техника, походу. А тут... Ну, это мы завтра уже сюда приедем. О, открыл. А, тут пульты опять. Все, она крепко стоит. В принципе, только стоит много удочек и крышка от стола. И вот это мы сюда не смотрели. Здесь тоже какой-то сабвуфер и какая-то баночка. Чего? Какой-то карточка. Sony. Это интересная вещь. S Air написано. А под ванночкой что было? Ну, тут что-то есть. Это что, кофеварка, что ли? Так, ребята, погнали, короче, за траком. Ребята, приехали на следующее утро, да, разбирать этот контейнер. Забираем всю технику. Этот с утра опять музыку гоняет. Да, у него реально много всяких сабвуферов. Не перестаю удивляться. Музыкальный какой-то человек был. Ямаха. Так, мы вот эту бочку не проверили. Смотри, какой JBL Hennessy написано. Там есть еще одно дно. Это воду сливать. Ну, а может там что-то есть? Нет, здесь вот краник, видишь? Как думаешь, такое пойдет? Сторидж? Да. Это прикольная вещь. Ну, человек травы попил в своей жизни. Женя тоже ее пьет. Интересно, сколько такие бочки стоят. Решили бочки все-таки забрать. Тут какой-то мотор. Наверное, от другой машинки. Да, не знаю, от той, не от той, но это мотор от картинга. Да, он нам нужен. Вот так, вот техники старые набрали. Еще один мотор. Это хорошо. Да, еще один моторчик. 3 horsepower. 3 лошади. Не от этого ли это? Да, от этого. Drillmaster. Какие дрильки хорошие. Фирма не написана. Ай. Колется. Я вот думаю, вот это брать, нет? Да, зачем? Ну, смотри, какая она. Правда, вот этой штуки нет, да? Угу. На столик, да? Угу. Эх, батарейка вздулась. Кухонная, да, такое? Угу. А это? Вот Sony что-то надо забрать. Ого. Я не распутаю, да? Я распутаю все, что угодно. Вот оно. Это же надо просто стараться так запутать. А Женя говорила, не распутаю. Это да надо? Да, но здесь вытаскивай, потому что я держу зеркало. Ого, Бостон какая, потрогай. Не зря отодвинули, что-то нашли. На. Да, любил человек колонки. Очень любил. Смотри, сколько у нас таких. Скачай мои колонки. Я тебе говорю, да? Все. Ставим. Ага. Женю! Вот это тоже хотим взять. Это нам. Ты на такую фигню берешь, а красивый маяк не берешь. Сейчас велосипеды будем снимать. Надо проверить велики. Ух ты, это классно. Не очень. Ты хочешь стулья забрать? Если они поместятся. На, Майкл Корс. О, Сонька опять. Швин. Был бы он еще в хорошем состоянии, тогда да. А так, не дешевый байк, но такой покоцанный. Настоящий. Ну это батарейки тут должны быть. Честно говоря, джедаи подорваны. Ай! На, закинете Windows 7 старенький. Мы сюда, да, все хорошее складывали. Колесики все время много. ЦК оставь. Не, ну чаки-то надо забрать с часами.
Так, Женя говорит, тут телевизоры. Ну да, два телевизора. Это ладно. О! Да, я тебе про вот это хотела. Вот это сказать. Очень дорого. Вот это дорого. Nothing really expensive, but we will make our money back. We didn't pay a lot for it, so... Get on with it, all right? Thank you. Менеджер этого приехал в здание и сказал, что человек, который вот это остался, он умер. Из-за этого не смог приехать и забрать. Ну, как бы это ни было печально, как говорится, такова жизнь. Женя, ты через это проходила? Мы через это... Нет. Мы вчера просто положили туда и все. А, это стол тут еще с этим, вот, да, это стол, Жень. Стол? Да, к этим стульям. Блин, да классно. Ну что, каменный? Да. Ну, сломанный немножко. Сковородки. Палатка. Это кухонная. Ой, бегай, бегай. О! Тут что-то интересное есть. Джойстик. На, это пульт от Remote Control Cars. Это от Xbox. Power Adapter. Очень много таких всяких колес, что я заметил. Просто нереально много. Надо собрать их, Жень. Когда будем продавать эти Remote Cars... Есть такие машинки за 2-3 тысячи, а вон та особенно большая. Ребята, смотрите, это вот я не сильно разбираюсь в них, но посмотрите, у них амортизация. Кажется, я не знаю, это бензин сюда заливает, этот мотор, смотрите, выхлопная труба или это интейк. Кажется, выхлопная труба, вот она сбоку идет. Интересно, колеса спущены, может они такие должны быть, чтобы мягче ехать. Вот эта машинка, я смотрел на eBay, ну готовые, которые в хорошем состоянии, такие есть и за 3, и за 5 тысяч. Я не знаю, как ее искать, тут названия машинки нигде нет, но всякие наклейки на запчастях есть, а вот сама машинка, я даже не знаю, что это. Но я знаю, что это не дешевая машинка. А что, будем изучать, смотреть? Здесь машинка с подвеской тоже. О, тут еще какой-то канистр какая-то, да? Две. Жалко, коробочки нет. Вот фрейм тоже от похожей машинки. Здесь Женя особо не проверяла. Весы. Какие? Разбитый экран. Миан. А, Милан. Миан. Милан. You don't even have a hitch on your car, so you can't even use a trailer or anything. Oh no, we have a friend that coming and pick it up big stuff. Today? No, and I'm sorry for the guys that didn't. Ну да, ну это ж. Ребята купили контейнеры, нашли деньги в стене. Разобьем стены? Так, Женя здесь сказала, особо не смотрела, а мы посмотрим. Ух, тут много ножей. Да, с этим надо быть осторожным. Ну ничего тут такого, более-менее кухонное. Знаешь, что надо вот это, значит, забрать? Тяжелое. Какие страты, где они? Маленькие такие вот там, и вот в этой белой, посмотри еще раз. Да, маленькие страты, амортизация. Штаты, да? Один только нашел. Там еще один должен. А, да, вот, еще один. Конструктор будем собирать запчастей. Машинку соберем. Кажется, от этой машинки. Ты эту не берешь? Нет, ему оставим. У нас мужик появился, который приезжает, забирает все. Иногда бесплатно, иногда... Мы ему платим, а если очень крутые вещи, он нам платит. Вот, все довольны. Он именно занимается таким бизнесом, как мусор сбрасывает, у кого-то забирает бесплатно мусор, из него находит хорошее. И все довольны. Что-то видно, все равно народ не поймет. Жень говорит, народ не поймет. Я тверка прикольная, хочу, чтобы моя будет такая. Хорош магнитик. Перекинулась, никогда тверки не было. У нас полно отверток. Смотри, что я нашел под тумбочкой. Сиутек. Какой-то мотор с цепью. Кто знает, что это за мотор? А давайте посмотрим, что там вообще внизу. Все, кроме мотора ничего нет. Мотор мы заберем. С одной свечой. Может, кому-то пригодится. Он просил, да, автобус в прошлый раз?
Да. Жень. А ты говоришь, тебе отвертка не нужна. Смотри, какая суперская, и не смею выкидывать. Там что-то шевелится. Да. Мне кто-то сказал, что, может быть, деньги кто-то хранит. Где, в колонках? Ну да. Только как ее открыть? Вот так. А есть отвертка, которая крестовая, Жень? Так я буду очень долго это делать. Может, в тулбаксах? Тоже запчасти от этих машинок. Нашла. Там что-то... Там что-то шевелится. Непонятно, а? А в колонке ничего особо шевелиться не должно. Ну, болтаться, падать. А сейчас мы проверим, что здесь. А вдруг заначка? Еще болтики такие уже стертые. 100 раз, наверное, открывали, закрывали. Просто какие-то деревяшки и бумажки. Понятно. Бумажки? Да, непонятно, просто по бумажке какая-то ноут всякие. Очень жарко. Да. А тут? Ня. А. Весы упали. И разбились. И такое бывает, о чем могу сказать. Ну что, вроде все? Вот это мы все посмотрели, да? Ну вот это не досмотрели. Что? Здесь вот еще раз присмотри. Ну, подожди, знаешь, что я хочу сделать? Вот эту отодвину белую. Посмотреть в тех ящиках. Вот да, сзади сейчас упадет. Не упадет ничего, Жень. Нет, все пусто. Телевизор. А? Два телевизора. Хорош? Ты смотри, какой Samsung со стеклянной штучкой. Я помню те времена, когда вот эти телевизоры Samsung были очень дорогие. Это мне не то, кажется. Или телевизор? Ну, телевизор. Телевизор? Да. Я даже помню времена, когда такие вот со стекляшкой, люди по ним очень сильно мучились. О, 10 лет ему. Какая картинка красивая. Сейчас с росписью. Уоррен Кимбл. Да, красиво. Ну вот, ребята, закончили с этим юнитом. Сейчас все это загрузим и увезем, очистим. Не знаю, если мы сделали $1000 или нет. Это видно сверху. Ребята, вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты и подписывайтесь на канал обязательно. И не забудьте наш инстаграм. Мы там много выставляем. Ну, немного, но выставляем. Всем спасибо. Peace. Пока-пока.